Короче, один мужик, я ждала автобус, а я поехала на работу не накрашенной. Это еще зима была, я в пуховике каком-то. А, я рюкзак с собой еще взяла. И он такой говорит, типа, куда поступать будешь? Я даже сначала не одуплила, так я типа, чего? Он говорит, типа, ну ты же выпускница. Я говорю, здрасте, дядя, мне 23 года. Вот. Он такой, типа, да, а выглядишь лет на 15 или 16. А ты знаешь, как бы, типа, господи, как же он сказал? Что-то типа...